Москва, пробки, дышать практически нечем. Но это полбеды, как это сказывается на нашем климате? Миллионы машин, тысячи заводов и сотни тепловых электростанций ежедневно извергают тонны парниковых газов. Представьте, что мы кипятим воду в кастрюле на маленьком огне. Вода может долго не закипать, но если закрыть ее крышкой, то... Вот эта крышка и есть углекислый газ и метан, которые приводят к большему появлению водяного пара над поверхностью воды. Известно, что на Земле основной парниковый газ – это водяной пар. Если бы не активная жизнедеятельность человека, то количество водяного пара могло бы еще долго не увеличиваться, как и наша кастрюля с водой могла бы еще долго не закипать. Так давайте откроем крышку, будем больше использовать зеленые технологии, экономить электроэнергию и беречь воду.